Управление экономического развития администрации города информирует. Президентом Российской Федерации подписаны поправки в федеральный закон от 24 июля 2007 года номер 209 ФЗ о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Согласно изменениям, у юридических лиц, действующих на территории ЛНР на день принятия региона в состав Российской Федерации, появилась возможность включения в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в особом порядке. Включаются в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в особом порядке могут находившиеся в новых регионах на момент их принятия в состав Российской Федерации следующие юридические лица: акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, полное товарищество, хозяйственное партнерство, производственный кооператив, потребительский кооператив, крестьянское фермерское хозяйство. Для включения в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства организация должна соответствовать хотя бы одному из критериев, предусмотренных пунктом 1 частью 1.1 статьи 4 закона 209 ФЗ, а также иметь среднесписочную численность сотрудников за последний доступный отчетный месяц не более 250 человек. Для включения в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства необходимо: шаг 1. Предоставить регистрирующий орган документы для внесения ЭГРЮЛ сведений о приведении учредительных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Шаг номер 2. Предоставить в территориальный орган Росстата сведения о численности и заработной плате работников по форме П4 сведения о численности и заработной плате работников. Внесение в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства сведений о юридическом лице будет осуществлено автоматически 10 числа месяца, в котором Росстатом представлены сведения ФНС России, при условии наличия по состоянию на 1 число этого месяца в ЭГРЮЛ сведений о приведении учредительных документов юридического лица в соответствии с законодательством РФ. Датой внесения в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства сведений о юридическом лице будет считаться 10 января 2023 года. При этом организация будет являться субъектом малого и среднего предпринимательства с категорией микропредприятия. Для юридических лиц, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в особом порядке в 2023 году становятся доступны следующие меры поддержки. Применение единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 15% в отношении части выплат в пользу физического лица, превышающей величину МРОТ, с 1 числа месяца, в котором сведения о юридическом лице внесены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Участие в программах АО «Корпорация МСП», льготный лизинг, доступ к государственным закупкам крупных компаний, заключение офсетных договоров поставки государственным компаниям товаров, работ и услуг сроком до 10 лет. Особые условия кредитования. Льготное кредитование до 50 миллионов рублей на срок до 3 лет под менее 10% годовых. Для сельскохозяйственных производителей до 20 миллионов рублей на 6 месяцев под фиксированную ставку. Также доступно смягчение административной ответственности при первичном выявлении нарушения субъектами малого и среднего предпринимательства. Штраф не применяется, а выносится предупреждение. Размер штрафа к микро- и малым предприятиям приравнивается к размеру штрафа для ИП. Следует отметить, что особый порядок включения реестра малого и среднего предпринимательства юридических лиц применяется до 10 июля 2024 года включительно. Начиная с 10 июля 2024 года сведения о юридических лицах, находящихся на новых территориях, будут вноситься в общем порядке.